К другим темам. В селе Селезнево Шлобольхинского района задержали 31-летнюю женщину и ее сожителя, которых подозревают в истязании собственных детей. Напомню, 21 января они выгнали 5-летнего сына на мороз, были якобы недовольны его поведением. Следователи также установили факты систематических издевательств над несовершеннолетним и его братьями 6 и 1,5 лет. В ведомстве уточнили, семья состоит на учете как социально опасная. Мать детей и ее сожитель неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Где родители? В зависимости от роли каждого, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 156 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителям и пунктами А, Г, части 2 статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас детей изъяли из семьи. Они находятся в медицинском учреждении, и их жизни и здоровью ничего не угрожает.